ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас наконец-то продолжение и завершение сюжетной линии, связанные с Форт Мария, так что давайте же начнем. Я уже давно, на самом деле, прокачала репутацию, просто никак не могла заснять все-таки эту концовку, так что давайте узнаем же, что нас ждет в конце. Привет, людишки, хотите о чем-то спросить? Да, наконец-то хотим. Знаешь, Беатрикс, тебя зовут так же, как героиню моих любимых книг. Ты ее знаешь? Ее полное имя Беатрикс Райдер? Ты тоже читала эти книги? Да. Я ее обожаю. Беатрикс Райдер такая бесстрашная. Совсем как я. Поэтому я и взяла ее имя. Раньше меня звали по-другому, но то имя мне очень не нравилось. По правде, я его даже не помню. Хотя, может, я всегда была Беатрикс, и героиню назвали в честь меня? Да, если подумать, это вполне возможно. Ну все, хватит историй и угощений, у меня есть объявление. Да ну, всего-то пришлось подождать кучу дней. Выкладывай уже. Я решила, что помогу, что могу вам доверять. Правда? Больше не хочешь сынных палочек и новых фантиков от Линды? Хочу, конечно, но вы и так завоевали мое доверие. Я вижу, что вы хорошие. Спасибо, ты тоже, ничего. Говорящая лошадь? Как в легендах? Но как? Вообще-то мы действительно прямиком из легенд. А маленькая тоже говорит? Такая милая. Это даже читать не надо. Заговорит, просто ей нужно еще подрасти. По-моему, она уже говорит, только вы не понимаете ее языка. Итак, пора показать вам потайной вход в библиотеку Форт Мария. По правде, я не ожидала, что эти противные корни и странные вихры останутся у ворот. Возможно, все гораздо серьезнее, чем я думала. Ладно, с этим разберусь позже. А сейчас в библиотеку Форт Мария. За мной! Подождите меня, пожалуйста. Я тоже хочу. Куда? А куда? Куда? Сюда куда-то? На карте отмечено, что нам нужно сюда, но мы тут сюда... все, это блесточки, я их просто не сразу заметила. Так, вообще я догадываюсь, что... Потайной вход? А, нет, тогда вообще не догадываюсь. Я думала, потайной ход находится там, где заваленная пещера на берегу снизу. Дальше мы идти не можем, нам что-то мешает, какая-то могущественная сила. Мы постоим на страже, все-таки это наша работа. А где? Где малышка-то? Конкорд хочет пойти с вами, она очень настаивает. Метеор Тинкан, мой верный старшайн, увидимся позже, ладно? Мы не дадим Конкорд в обиду, обещаю. Ура, милая лошадка идет с нами. Мне она такая смешная. Держитесь, духовные наездницы. Храбро ступайте в неизведанное и так далее. Фррр, простите, я не очень умею прощаться. Ладно, была не была. Все готовы. Не забывайте, зачем мы здесь. Надо убедиться, что миссис Холдсворт все в порядке. Потом найти ответы. Так, какие тут есть варианты? Я, как всегда, готова. По-моему, это опасно. Я бы хотела остаться со стражами. Я, как всегда, готова. О, Фрип! Я тоже. Скорее бы начать приключение и найти миссис Хо, конечно. Почему она начала ругаться Фрипом? Причем тут всегда Фрип теперь? Не верится, все книги Юрвика в одном месте. Тысячи страниц, которые никто не читал много веков. Линда, не отвлекайся. Мы приехали не за книжками, а за миссис Хо. Ну, почему она сокращает? Это не очень... Так, а моя лошадь с нами или она тут останется? Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Там так классно должно быть. Я ж еще ничего не видела. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, мне нравится. А я так понимаю, это потайная дверь в стене, да? Так, ну-ка.
Сначала вытрите ноги как следует. У меня дома должно быть чисто. Наконец-то дома. Сумрак, пыль, аромат древних книг. Пошли, нам нужно в главный зал, дальше по коридору, сюда. Осмотреть библиотеку Форта Мария. О, мне нравится, как они прыгают, все вот эти вот эльфы. Я, конечно, не могу так сразу отсюда уйти, мне нужно все посмотреть. Ага, духовный этот конь, это мы знаем. Вот этого в игре места нету. Может быть, это, кстати, находится где-то в районах Каменного круга, потому что очень похоже. Что здесь еще такое есть? Этого леса я тоже нигде не видела. Красной земли у нас нигде не наблюдается. Также тут разные книги, свитки. А это что такое? Тут какие-то чертежи. Что-то тут. Какие-то записочки. Я-то думала, может быть, что-нибудь еще поинтереснее. Нет, ну ладно. А можно потом в будущем все эти двери открыть, пожалуйста? Смотрите, вот это тоже, этого места нету в Пандоре. Это явно Пандория. И вот именно вот этого места я, если честно, не помню. Причем, смотрите, это же беседка, не беседка, как она называется, постройка находится около Нью-Хилкроста. То есть там и будет портал в другой какой-то мир. Заметьте, мир с книгами. О, это интересненько, это интересненько. Так, что у нас здесь? Это не Форт Пинта и не Нью-Хилкрост. Мне кажется, это берег города Юрвик, на котором я тоже когда-нибудь мечтаю побывать. Когда-нибудь. Столько всего интересного. Так, ладно, Даша, спокойно, спокойно, давай дальше. Вау! Я как раз начала смотреть «Совиный дом», и там была такая же библиотека. Боже, я, конечно, не любитель книг, но сейчас такой восторг, как Белль, наверное, испытываю с «Красавицей и чудовищем». Это... И есть Форт Мария, великая библиотека, где хранятся все книги Юрвика. Легендарное место, невероятное, ошеломляющее, захватывающий дух. Линда хочет сказать, что в библиотеке просто огромная... да, библиотека огромная. Беатрикс, как ты умудрилась прочитать все эти книги? Людишки решили, что это все? Хе-хе-хе, мы только зашли. Это не все? Но как? Снаружи форт не казался таким уж большим. Форт Мария подобен айсбергу, маленький на поверхности, а вот в глубине, увидите, там находится главный архив библиотеки, а здесь так, легкое чтиво. Как нам спуститься? Зная миссис Холдсворт, думаю, она должна быть там среди древних фолиантов. Как спуститься? По лестнице, дурочка, она вон там. Вон там. Или, ну, должна быть там. Кажется, ее кто-то скрыл. Ничего, это по моей части. Я разгадаю загадку и открою лестницу вниз. Элементарно, друзья мои. Осмотритесь, пока мне понадобится какое-то время. Шикарно, 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 превосходно, красиво, интригующе, так как там что-то дымится, что-то клубится, это так интересно. Так, я обязана сфоткать это место прямо сейчас, я не могу. Ой, все, боже, как тут интересненько-то. Давайте посмотрим, что тут. Книги, книги, больше, чем можно вообразить. На одной полке стоят пандерианские путешествия 15 века, на другой 23 том хроник Юрвика. Вымысел и история, легенды и хроники. Все фолианты стоят бок о бок. Очень поэтично, да? И ты прочитала все эти книги. Поразительно. Ты все их помнишь? О, да, я люблю мои книжечки. Многие я помню в подробностях, а остальные могу хотя бы вкратце пересказать. Вот поэтому у меня в голове нет места для всяких пустяков.
Столько книг, столько всего. Вообще, как тут? О, как тут классно! Сколько всего интересного можно будет пофоткать, поснимать. Стой, эту дверь лучше не трогать, просто отойди медленно. Она закрыта не просто так. Ага, ладно, я тебе поверю. Что тут есть? Планеты, но смотрите, не как в центре Вселенной Солнца, а их две, точнее, вот это похоже. Как будто нашу Вселенную взяли и разъединили на три окружности, точнее, на три мини-вселенные. Дальше что тут? Слушайте, мне кажется, разработчики, создавая вот эту локацию внутреннюю, они опирались на Совиный дом, действительно, потому что все такое, все так напоминающее, и одновременно и Гарри Поттера, и Совиный дом, и я не знаю, тут столько всего. Ну, кстати, я пока не вижу ни одной картины на этих этажах. Кодовый замок, тут что-то будет. А там внутри что-то есть, там что-то будет. Ладно, ладно, надо идти дальше по сюжету и не отвлекаться. Это и дело я люблю. Когда библиотека работала, здесь постоянно сидели людишки. Можно было увидеть величайшие умы Юрвика за работой. Как видите, все они испарились. С тех пор Форт Мария пустует. А почему Форт опустил Беатрикс? Мы слышали о происшествии, но ничего толком не знаем. Нет, сейчас не время. Они могут нас услышать. Кто? Кто может нас услышать? Дарья, только послушай. В этой книге говорится, что дикие лошади Юрвика связаны с древней магией острова. Они помогают сохранять равновесие между нашим миром и Пандорой. Конечно, вклад одной лошади совсем небольшой, но только представь, на что способен целый табун. Даже не верится, что здесь есть книга, где это написано открытым текстом. В библиотеке Серебряной Поляны такого не найдешь. Апчхи! О, Айден, помоги! Здесь воняет, как в спортивной раздевалке, которую не открывали 1000 лет. Алекс, у тебя аллергия на пыль? Ничего, у меня с собой есть бумажные платки. Настоящее спасение для тебя. Я готова поделиться, но при одном условии ты послушаешь главу из этой книги. Так, это все или тут еще что-то есть? По-моему, что-то еще внизу. Мне так нравится, я. Подожди, мне вот просто любопытно, ты что такое? Эй, а куда? Вы же видели вот этот дымочек гуляющий? Он, это не просто так. Так, теперь вот сюда. Я просто поражена. Представь, сколько древних народных песен спрятано в этой библиотеке. Я могла бы записать ноты какой-нибудь мелодии. Может, управляющий музеем в городе Юрвик разрешит мне сыграть ее на арфе Айден? Подумай, столько тайн хранит это место. Сколько? Все секреты, которые защитники скрывают от нас или не знают вовсе. Предания Пандоры, запретное колдовство, книги Авалла. Такое эхо. Тебе такое интересно, Конкорд? Возможно, здесь даже есть книги о тебе и других стражах. Так, это все вроде бы, да? Беатрикс, ты закончила или нет еще? О, ты нашла Юрвику гигантику. Она восхитительна, правда? О чем эта книга? Увы, мне это неизвестно. Она написана на древнем языке. Он настолько отличается от современного, что расшифровать его невозможно. Людишки, которые бывали здесь, говорили, что эта книга столь древняя, что самому библиотеку возвели ради нее. Правда, иногда легенды, окружающие такие книги, гораздо интереснее их содержания. Может быть, это просто журнал какого-нибудь учителя. Все? Все? А где? Где ты? Куда ты делась? Беатрикс. А вот ты. Я же знала, что нам сюда.
Нет, 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 не получается. Дурацкая лестница. О, все, телепортнулись. Что бы сделала Беатрикс Райдер? Получить доступ к лестнице, которая ведет на нижние этажи форта Мария. Ах, Беатрикс, ты чем так недовольна? Опять проголодалась? Лестницу закрыли неизвестным мне способом, я никаких чар не применяла. Вообще-то я давно-давно здесь не бывала. Мы можем помочь, вместе что-нибудь придумаем. Похоже на загадку, видите символы, надо осмотреться и поискать подсказки. Чем скорее мы откроем лестницу, тем быстрее найдем миссис Холдсворт. О, вы правда хорошие люди, спасибо за помощь. Наездные духовницы или как вас там? Я просто попробую. Молнию. Это иллюзии, по-моему. Иллюзии? Или нет? Я просто хотела бы попробовать выставить все эти символы так, как стоят девочки сейчас в комнате. Но я не помню, какой символ что означает, поэтому... Будем действовать по старой методике. Пока я здесь бегала, я умудрилась найти даже карту Юрвика, на котором есть и Вейлдейл, и Фергров, и Мистфолл, и Серебряная Поляна, но и также названия всех высших гор, которые пока что для нас закрыты. Первая подсказка находится на самой левой части второго этажа. Здесь на свертке мы видим, что вторым символом будет вот это изображение. В следующей комнате мы видим, что первым изображением будет у нас звезда. В следующей комнате третьим символом будет молния. И на правой стороне второго этажа, в самой последней комнате, мы видим, что четвертым знаком будет месяц. Теперь, собрав все эти подсказки, идем открывать комнатку, а точнее лестницу. Итого у нас получился код. Первым символом будет звезда. Крутим колесики, пока она не выпадет. Следующим у нас будет этот символ. Третьим мы открыли молнию. Прощелкиваем, чтобы ее открыть. А она, по-моему, была самой первой. Не надо было трогать молния. И последним будет месяц. Все не так, как было. Воу-воу-воу-воу-воу. Так вот, как она открывается. Как по волшебству. А то... Ух ты, ух ты, ух ты. Получилось, миссис Холдсворт, мы идем. Уф, мне это снится. Дарья, скажи, что ты тоже это видишь. Найди миссис Холдсворт в недрах библиотеки. Одна из ведьм в ловушке? Что? Ой, не с той стороны побежала. Да, бывает. О, сколько тут всего? Мультик? А, мультик. Это прям Гарри Поттер. Боже, у меня аж холод в кончиках пальцев. Это, кстати, не все, то там видите ли еще ключ, еще один ключ. Что за фрип? Алекс, хватит ругаться фрипом. Беатрикс, ты не преувеличивал, это место и впрямь огромное. Хех, так и есть. Добро пожаловать на нижние этажи библиотеки Форт Мария. Да, это будет самая ответственная игра в прятки, пошли искать. Я хочу помочь, как выглядит ваша подруга? У нее круглые очки и добрая улыбка. Ой, ты про бабулю?
Что? Погоди, миссис Холдсворт твоя бабушка? Ну да, если бы вы сказали, что дружите с бабулей, я бы вас сразу впустила. Но как вы можете быть... А хотя неважно. Пошли на поиски бабушки Беатрикс. Я думаю, она приемная бабуля. Ну, не родная бабуля, а просто бабуля. Знаете, когда есть очень близкая бабушка, знакомая, вы просто называете ее бабуля. Без имени и отчества. Так, что тут есть? А, у нас нету этой локации, потому что там, видите, цветущая вишня. И вот этот камень. Такой камень находится в двух местах. Около Форт Пинта и в недрах Мистфола, по-моему. Так что, опять же, неизведанная для нас локация. Что тут еще? Этого у нас нет. Но мне кажется, что вот это место находится здесь вверху. Картина Форта Мария на закате. Вон она, наверху стеллажа. Миссис Хо, что вы там делаете? Читаю, что же еще? К тому же, как видите, я не могу слезть. Жуткое место, с вами все в порядке? Вы не от страха туда забрались? Может, видели что-то сверхъестественное? Сверхъестественное? С чего ты это взяла? Нет, я жива и здорова, дорогие мои. Я даже не заметила, как время пролетело. Повезло найти интересную книгу, а в кармане как раз было несколько печенек. Вы продержались на одном печенье? Ничего себе, вы пропали много дней назад. Ну что ты, я вовсе не пропала. Я была в библиотеке и изучала книги. Или ты думаешь, что я бы позволила себе застрять на этом огромном стеллаже на много дней? Как же, ни в коем случае, скорее Юрвик замерзнет. Я полезла наверх за одной книгой, а потом смотрю, лестницы нет, она сдвинулась. Что сказать наезднице, ваша покорная слуга боится прыгать, мне даже смотреть вниз страшно. Бабуля, это я, твоя пчелка. Говоришь, у тебя есть печенье? Я уже лечу к тебе. Нет, нам надо ее спустить, чтобы она... приготовила чай, точно. Нет, чтобы она ответила на очень важные вопросы. Анна, будь помягче, не хотелось бы снова разозлить Беатрикс. Мои милые, если спустите меня со стеллажа на пол, я буду подчивать вас чаем и ответами хоть целый день. Миссис Хо, скажите, что это за место? Таких крутых библиотек просто не бывает. В этом месте собрано великое множество книг-артефактов, предметов огромной и нередко весьма опасной силы. Форт и библиотека хранят много тайн. За все годы, что я тайком наведываюсь сюда, мне удалось постичь лишь малую часть знаний, которые содержатся в архивах. А почему сюда так сложно попасть? Если бы жители Юрвика узнали в библиотеке, они могли бы почерпнуть столько интересного. Как всякий источник знаний и силы, библиотека опасна для беспечных и безрассудных. Разумеется, она не причинит зла, но почтительное отношение не помешает. Поэтому ее скрыли с помощью сложных чар, лишь немногие могут пройти сквозь них. Зачем вы сюда пошли? Все так переживали. Я вот переживаю, что отсюда не спущусь, все началось так. Когда я возвращалась из тайного каменного круга, то почувствовала непонятные помехи, словно что-то невидимое перемешалось сквозь пространство. Очень странное, неприятное ощущение. Не совсем, как будто глаз улавливал тень, но стоит проглядеться, никого нет. И ощущалась какая-то вибрация, какую чувствуют лишь люди нашего склада. Волшебная, древняя, могущественная. Да, это звучит знакомо, похоже на таинственную силу. Когда она исчезла, в голове остался отголосок подобной песни, которую не получается вспомнить или прогнать. Я знала, что за ответами лучше всего направиться в Форт Мария. Знаете, моя семья на протяжении веков изучала загадки Юрвика. Один из моих предков – великий Миссисипи Джонс. Здесь хранится много его дневников. Миссисипи Джонс – мой старый друг. Да, моя пчелка, наверняка ты много раз перечитывала его рассказы. А как вы попали в библиотеку, миссис Холдсворт? Нам пришлось много дней уговаривать Беатрикс нас впустить. О, полагаю, вы обнаружили, что на ее лучше всего действуют угощения и истории. Как я сюда попала? У меня свои способы. Разве не знаете поговорку? Ведьма не раскрывает своих секретов.
но вам, мои хорошие, так и быть расскажу. Все просто. У меня есть ключ. Или вы думали, что пожилая женщина будет лазать по стенам и рыть туннели? Нет, мой ключ передается из поколения в поколение. Полагаю, когда-то он принадлежал самому Миссисипи, а может, его ученица Корнелии. Разумеется, после того происшествия почти все входы и форт были заперты. Долгое время я думала, что ключ больше не пригодится, но внимательность и знания библиотеки помогли мне попасть сюда вновь. Миссис Холдсфорд, о каком происшествии вы говорите? Авалон его упоминал, но от расспросов отмахнулся. Тише, тише, хватит об этом, пожалуй. Наши силы лучше пустить на другие дела. Прежде чем я продолжу, скажите-ка мне, в какую историю вас опять втянули, или скорее, в какую историю вы угодили сами? Пи отправила нас за тобой, она в беде, из-за кого-то или чего-то под названием Вала. В общем, оно или они преследуют ее и нас. Ей нужна твоя помощь, чтобы остановить их, Вала. Пи? Вала? Спускайте меня сейчас же. Ничего себе, как она занервничала. Чего ты ждешь? Помоги бабуле спуститься. Как бы Беатрикс Райдер решил эту загадку? Беатрикс Райдер пошла бы искать подсказки. О, смотрите. А такого у нас в игре нету. Значит, возможно, когда-то мы это увидим. Это уже пугает. Тут столько этажей. 3 этажа. Надо поискать подсказки. Но это надолго. О, это, видимо, картины из путешествий Миссисипи Джонс. Столько всего интересного, но, опять же, наша цель — искать подсказки. О! Ребята, ребята, я была права. Вы посмотрите, это Облачное Королевство и Пегасы. Я знала, что оно существует, и мне не мерещилось. Просто было столько мыслей о том, что в радужные, когда облачное королевство мы попадаем, там в облаках есть силуэт замка. И вот, пожалуйста, пегасы. То есть это все есть, это, возможно, все будет, и я не сумасшедшая. Как же это приятно осознавать. Так, эта картина у нас уже была. Тут у нас что? А что это? Чего? Это что-то страшненькое? Это кто-то, что-то, дриада какая-то над книгами? Сатир? Копыт? Что? Рога? Вы знаете, некоторые вещи уже достаточно ужасающе смотрятся. Смотрите, как красиво. Это, наверное, замок Серебряной Поляны. Речка. А это, да, это, наверное, вот недалеко от ранчо Старшайна на горы вид. Классно. Вот так вот в мелочах мы можем увидеть некие подсказки. У меня только что я видела игрока. Пробегающего, да? Да, мне кажется, я видела только что пробегающего мимо игрока. Ой, это столько всего интересного. Мне это все так нравится. Так. Так, это мы уже видели. Ладно, и бегаем, ищем. Бегаем, ищем. Здесь очень много ходов, перебежек, каких-то арочек. То есть тут прям вот заблудиться довольно реально. Так, ну допустим, мы должны начать с вот этой лестницы. Опять кот. Наверное, звезда? Не? Так, око. Мы просто тут крутим, просто так. Смотрите, лестница поворачивается. Может, их можно соединить? Попробуем. Бабуля, мы идем на помощь. Беатрикс Райдер и ее новые друзья тебя спасут. Чудесно, моя пчелка. Только поспешите, когда я спущусь, там многое нужно будет обсудить. Вала, батюшки мои.
Почему все настолько... А, ну да, вот, игрок бегает. Я не одинока в своих похождениях. Дальше. Нет. Ну, здесь все просто, просто... Ну, это реальный Гарри Поттер, ребят. Ну, вот, говорите, что хотите, но это реальный Гарри Поттер. Главное, не упасть случайно. Потому что если упадем, то, видимо, мы начнем сначала. О. И сейчас, наверное, придется крутить в обратку. Как классно было. Ух! Бабуля, могла бы ты просто прокрутить, и ты бы сама спустилась. Бабуля, это я, Анастасия. А здесь зачем крутить? Чтобы они соединились? А, чтобы вниз пошли. Бабуля, пойдем. Привет, милая. Какое счастье увидеть в этих сумрачных залах знакомое лицо. Что за музыка? И только что были такие звуки, как будто, знаете, кто-то идет по залу и нужно срочно убегать куда-то. Что кто-то ходит. Ой, я... Громкости сделаю побольше, но что-то, мне кажется, слишком громко получилось. Все-таки так оставлю. Бабуля! Как приятно чувствовать твердую почву под ногами. Спасибо. Так, вижу, духовные наездницы завели новую подругу. Откуда взялась Беатрикс? Боюсь, я знаю не больше твоего, но кое-что я все же знаю. Беатрикс или пчелка, как я ее называю, просто золото. Она мне как родная, хоть я и не бабушка. Я обнаружила ее в библиотеке много лет назад. Бедняжка голодала. Даже боюсь представить, чем она питалась, пока я ее не нашла. Кажется, она почти ничего не помнит о своем прошлом, в том числе откуда она. Обычно мы обсуждаем ее мечты в приключениях и еще думаем, чем пообедать. А что касается ее имени, я подумала, что оно ей очень подходит, ведь она такая неугомонная. Теперь мой черед спрашивать. Расскажите про ваши встречи с Валла, с этой таинственной силой, и как вы их там назвали. Все началось с того, что я забрала клевер. Я хотела воссоединиться с Конкорд, но сделала только хуже. Таинственная сила, то есть Валла, словно неотступно следовали за мной, но они меня не напугали. Это плохо? Скорее наоборот, они подстегивали меня двигаться к цели. Ясно. Полагаю, что эта таинственная сила на самом деле чары, причем весьма серьезные и могущественные. Заклинания такого порядка обычно требуют усилий сразу нескольких ведьм. Я никогда не сталкивалась с магией подобной силы. Думаю, они не хотели навредить. Если бы хотели, то навредили бы, учитывая их силу. Кто такие Валы? Я вообще не знаю. Вала были и, выходит, остаются орденом ведьм, основанным в глубокой древности. Я всегда считала, что даже если они настоящие, то давным-давно покинули Юрик, что с ними стало неизвестно. Пи в детстве зачаровывали рассказы о них, она любила все таинственные, покрытые завесом мрака. Постойте, вы знали Пи в детстве? Ну, конечно, мы выросли вместе, были лучшими подругами. Две юные колдуньи постигали вместе азы волшебства и пекли пироги. Не поверите, но ее превратили в лошадь. Мы помогли ей вернуть человеческий облик. Скажу прямо, превращение в какой-то степени пошло ей на пользу. В лошадь, значит? Ничего себе. Хотела бы я на это посмотреть. Ха-ха. Нет-нет, это ужасно. Впрочем, Пина это наверняка заслужила. Ох, ну если будет зазнаваться, теперь я знаю, как ее обуздать. Бедняжка. Почему Пи перешла на темную сторону? Это уж пусть она сама рассказывает. Главное, что теперь она на нашей стороне. Нужно узнать о Вала как можно больше и помочь ей. Надеюсь, вы готовы пошевелить мозгами. Нам предстоит серьезное исследование. Ура, обожаю исследования. Ну вот, мы что, в школе? Это или это пытка? Я жажду приключений. Так, осталось понять, куда подевались мои записи. Я точно оставляла их здесь. Ты кто?
кто? Ты кто? Темный всадник. Одна из темных всадниц? Да? О, какая особо шикарная. Что-то потеряли? Ты! А кто это? Что, язык проглотила? Вообще-то у меня есть имя, советую его вспомнить. Джессика. Блин, я только недавно создала персонажа Джессику, которым начала снимать прохождение стартового онлайн с нуля. Теперь обидно. Имя, дарованное Гарнаком. Как ты смеешь забирать свое имя и возвращайся в гадючник, из которого вылупились все твои сообщницы? А что, мне нельзя просто заглянуть в местную библиотеку? Ты украл записи миссис Холдсворт, верни сейчас же. Вам их не видать, жалкие прислужницы Айден. Ты пожалеешь, помяни мое слово. Джессика, ты даже не представляешь, насколько важны эти записи. Ты не понимаешь, во что вмешиваешься? Да? А почему же тогда, по-вашему, я их забрала? Да, с вами еще скучнее, чем обычно. Прощайте. Да кто ты? А ну вернись, трусиха, не дайте ей уйти. Надо ее догнать. Куда она делась? Отправляйся в погоню за воровкой. Она побежала к главному входу. Бегите, девочки, летите как ветер. Мои записи не должны попасть в руки темных всадниц, иначе не миновать ужасной беды. Алекс, это ты накаркала? Хотела приключений? Пожалуйста. Ой, как отсюда выйти? Надо куда-то бежать. Надо бежать к выходу. А выход на третьем этаже? А, да, ребята, это очень веселое приключение. Так, сейчас, видимо, действительно будет погоня. Ну, а в эту библиотеку я точно буду возвращаться. Здесь же так классно. Старшайн, как же я рада видеть тебя и остальных стражей. Нам нужно спешить, Джессика. Мы знаем, а Церпус рыскал вокруг форта. У этого скакуна черная душа. Скорее, черно-белая. Нет, сейчас совсем не время для шуток. Я знаю Тинкана целую вечность, его шутки никогда не к месту. Метко сказано. Тинкан, ты в курсе, что над тобой посмеялся? Ну все, хватит, надо ехать. А, где Джессика? Тихо, дайте подумать, надо сосредоточиться. Туда, она поехала туда. Скорее. Это куда? Туда, это куда? Куда мне ехать? А, все, вижу. Бежим. Ну что, ребята, это приключение, и мне будет грустно, когда оно закончится. Вот оно. Туда. В смысле туда? Ты видишь, что это? Ты видишь вообще даже не что, а кто это? Это ведьма. Так сказать, лошадь. Приблизись, сфоткать. Ух ты, ё-моё. Истерика. Притормозите, ближе подъезжать нельзя, а то нас заметят. Мы стоим в 5 метрах. Мой друг? Джессика говорит с ведьмой? Ну отлично, плюс один противник. Надо послушать, кажется, они спорят. Отдай сюда, старуха Валла. Я украла их по-честному. О, какая она красивая. Ой, перья, рога. Одежда, цвет волос. Она сочетание всего. Теперь отголоски Варкрафта точно будут отображаться в ССО в виде этой ведьмы. Какая она прекрасная, даже лица можно не показывать. О, будешь играть в молчанку? Очень удобно, до этого ты была разговорчивей. Отдавай, или я брошу на тебя испепеляющий гнев Гарнака. Что-то просто происходит. Тьфу, знаешь, ты только подкрепляешь стереотип о коварных и зловредных ведьмах. Я с тобой еще разберусь. Джессика назвала ее старуха Вала, и они поругались, правильно? Это точно, но теперь ведьма уходит. Плохо дело, плохо, очень плохо. Но здорово, теперь ты за мной следишь, тогда придется вызвать подкрепление. Ты знаешь, на что я способна, а теперь представь, что меня целых 3.
Что с твоим лицом, Дарья? Погонишься за записями и узнаешь, о чем я говорю? Что? А как? В смысле? Нужно отобрать у ведьмы записи миссис Холдсворт. Нужно поехать за ведьмой Валой и забрать записи миссис Холдсворт. Быстрее, пока Джессика их опять не украла. Забери записи у ведьмы Валы. Не попадайся Джессике и не дай ей забрать записи. Алло, у меня некормленные лошади. У меня лошадь не кормлена, вы что? Что? Это плохо, 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 плохо. Ага, это в меня? В смысле? Во что я врезалась? Да, куда? А что? Давай начнем заново. Я просто так не сдамся. А что нужно сделать? Так, я поеду, ладно, собирать записи, окей. А у меня есть на это какой-то лимит времени? Меня же никто не пуляет? Извините, все, я поняла. Извините, в общем, я теперь все поняла. Мы должны просто ехать за ведьмой. Пострелочно. А не попадаться на ее магию. Собирать листочки. И при этом не попадаться еще и Джессике. Так. Боже мой, это так сложно. Она перехватывает записи. Ой. Тихо. Куда? Ты потой. Давай. Я, видимо, проиграю, но да ладно, или тут несколько заходов. А ты куда? Ой. Что тут творится? Что происходит? Тихо. Где еще листочки? А, вот, нет, это. Все, у нас осталось сколько? Блин, еще два листочка. Не прошляпится бы. Стой, куда? Она помогает? Тихо. Она мешает или помогает? Я что-то не пойму. Куда стол? Листочек. 8 листочков. И вон последний. Последний. Так. Давай. Все, мы собрали все листочки. Осталось завершить гонку. Я не понимаю, она мешает или помогает? Это действительно непонятно. А еще мешает то, что у меня медленная лошадь. Некормленная. Так, 9 записей собрано. Сейчас вот... Да, вот Джессика вылетает. Так. Что такое? Фух, я думала, сейчас проиграю. Так, все, мы закончили. Скажите. Да. Какое счастье. Я так рада, у меня есть вы. Все, я все. О, Айден, у тебя получилось. Линда, честно, как я это сделала, сама не знаю. Дарья, миссис Холдсворт будет рада снова увидеть свои записи. Поговори с темной всадницей. Назойливые наездницы, вечно вы все портите. Что? Не удалось договориться с ведьмой? Чем нас, темных всадниц, только учат? Чем у вас, извините. Лучше не дерзи мне, лунная наездница, я не в настроении спорить.
Пойди поплачься об этом Гарнаку, хотя вряд ли он обрадуется, что ты вводишь дружбу с ведьмой. По мне, так это похоже на предательство. О, Анна фон Блиссен вернулась на Юрик. Твой отпуск в Пандоре превзошел все ожидания, а? Вижу, ты даже захватил с собой небольшой сувенир. Проваливай, Джессика. Я не собираюсь тратить время на перебранку с вами. До новых встреч, духовные наездницы. Когда мы прибудем в полном составе, это собьет с вас всю спесь. Думаешь? Поспорим. Смотри, чтобы тебя воротами на выходе не столкнуло. Ах ты, да, я сама наблюдательность. И мне тоже стоит за тобой следить, да? По глазам вижу. Я найду остальные записи и передайте миссис Холдсворт мою благодарность. Она сделала за меня всю работу. Поехали, Ацербус. Ацербус, нам пора. Ты ее спугнула, Дарья? Больше она не помешает. Фух, пока-пока, Джессика, всего тебе наихудшего. Дарья, береги записи, которые удалось поймать. Очевидно, они представляют огромную ценность. Кем это Джессика себя возомнила и откуда она знает ведьму Вала? Когда я ее увидела внутри, все похолодело, как будто я снова оказалась в Пандоре, в западне. Я так рада, что вы были со мной. Что за темная магия позволяет Джессике создавать двойников? Я даже не поняла, призрачные они или самые настоящие. Пора возвращаться в библиотеку. Миссис Холдсворт наверняка места себе не находит. О, ребята, это извиняюсь, долгое прохождение последней части. Но я не могу это все показывать вкратце, потому что это очень интересно. Ой, наконец-то все. Мы здесь, сейчас что-то расскажут интересненькое. Ну же, вы вернули записи? Слава солнцу и звездам, вы целы. А где темная всадница Джессика? Что с моими заметками? Мы погнались за Джессикой, но она едва не оторвалась, но ее кто-то остановил. Джессика разозлилась и испугалась. Она назвала противницу старуха Валла. Ну, как она выглядела? У нее были рога. На ней была светящаяся маска и развивающийся темный наряд. Да, и она отобрала ваши записи у Джессики по мановению руки. Да, я смогла вернуть часть заметок, но затем эта Вала подбросила их в воздух, и они разлетелись на все четыре стороны. А потом она исчезла. Мои милые, боюсь, Пи оказалась права. Без всякого сомнения, вы столкнулись с Вала. Нужно узнать, почему Вала решила выйти из тени и что им нужно. Постойте, миссис Холдсворт, не могли бы вы сначала превратить Конрад? Пятилистный клевер у меня самой. Прости, Анна, но это не в моих силах. Пи лучше всех владеет магией превращений. Мой дар исцеления и восстановления. Но вы же просто восстановите взрослый Конрад. Конрад, разве нет? Прошу. Что бы ты ни думала, тут требуется иная магия. Конкорд переродился, и теперь его, вернее, ее истинная форма же ребенок. И это совершенно правильно. Того Конкорда больше нет, хотя его дух остался. Продолжает жить за счет инстинкта и бесконечно долгих воспоминаний. Менять то, что создано природой, особый навык, требующий великой силы. Обычно я против подобных мер, ведь природа всему устанавливает срок. Однако времена нынче опасны, и вам срочно нужна помощь ради всеобщего блага. Пи хватит сил и умений, чтобы ускорить развитие жеребенка. К тому же ее предыдущий опыт поможет ей поколдовать над стражем. Знаете ли, древние духи плохо поддаются зачарованию. Значит, вы согласны? Поехали к Пи. Нет, дорогая. Но почему? Мне нужна Конкорд, а я и нужна ей. Сейчас мы бесполезны. Солнце садится на юго-востоке. Мчится она с переливающимися крыльями за плечами и венцом золотых волос, преодолевая пространство и время. Так происходит на протяжении долгих веков. Лошадь и всадница воссоединяются в каждом поколении. Поодиночке они сильны, но вместе непобедимы. Что? Беатрикс, откуда ты знаешь эти слова? Я когда-то читала их где-то. А я прочла в книге, в отличной книге. Это история о пяти наездницах, которые, несмотря на все препятствия, спасли волшебный остров лошадей. Вы знаете? Да, Беатрикс, знаем. Так хорошо, что в двух словах не объяснишь.
Анна фон Блицен, ты вовсе не бесполезна. Беатрикс так считает, и я тоже. Так на чем мы остановились? Ах да, Пи Вала. Откровенно говоря, Пи дала понять, нам следует остановить Валы и расстроить их планы. До тех пор она не захочет попросту и не посмеет заниматься превращением. Сомневаюсь, что Валы решат заглянуть к нам на огонек, так что остается одно. Мы наведаемся к ним. Да ладно! Миссис Холсворт, я не совсем поняла, к кому мы наведаемся. Она правда это сказала? А я уж потом сказала, что нам нужно пойти к Вала? К Вала? Я бы не против, если бы мы ничего о них не знали. Но теперь мы знаем, что это древний орден могущественных и чем-то недовольных ведьм. Может, не стоит уступать им на мантии, так сказать? Да, мы знаем, кто наш противник, но это ничего не меняет. По крайней мере, для меня мы решили пойти к Пи, чтобы превратить Конкорд и подготовиться к сражению с таинственной силой. Теперь мы просто знаем врага в лицо, вернее, маску. Кроме того, разговор с Вала не только приблизит нас к превращению Конкорд, мы можем узнать, что на самом деле связывают Джессику и ту ведьму Вала. Мне показалось, что они уже общались, и я хочу узнать, с какой целью. Мы духовные наездницы. Мы защищаем Юрвик и не должны отступать, пока эти таинственные Вала творят на острове все, что хотят. Что скажешь, Алекс? Мы тебя уговорили? Ну, после такого, разумеется, я за. И я. Мне нужно сказать, пришло время для настоящей охоты на ведьм. Фу, Алекс, ты не лучше Тинкана. Недаром это всадница и наездник. Так, поговорить надо. Я рада, что все в деле. Каждая из вас должна помочь мне подготовиться к встрече с Вала. Нам еще многое нужно обговорить. Ко всему свое время. Пока что обсудим наши следующие шаги. Обсуди с другими, как найти Вала. Самый главный вопрос, как найти Вала. Считается, что они испокон веков живут в дьявольском ущелье, но нам ни за что не открыть ворота в Ярлхейме, пока вокруг бродят люди. Может, на ферме Майи есть потайной вход, как думаешь, Алекс? Есть только один способ узнать. Поехали. Мои милые, нельзя так просто взять и пойти в дьявольское ущелье. Валы могут казаться невозмутимыми, но они сделали все для защиты своих владений. Дьявольское ущелье охраняется целой паутиной древних заклятий. Обойти их практически невозможно. Так что же делать? Сидеть и читать, пока не наткнемся на другой способ? Именно этим мы и займемся в какой-то степени. Ой, опять читать. Да вы издеваетесь. Не просто читать, мои милые, мы проведем исследование, которое, надеюсь, подарит нам ценные открытия. Кроме того, вы столько времени и сил потратили, чтобы сюда добраться, стоит немного отдохнуть. Миссис Холдсворт права, перед встречей с Вал определенно нужно набраться сил. Ничто так не расслабляет, как чтение. Кстати, изыскания, которые я уже успела провести, могут подсказать верное направление для поисков. Правда? Покажите, что вы обнаружили. Показать? Деточка, я сделаю куда лучше. Прочитаю прямо из источника. Это запись, сделанная моим знаменитым предком, Миссисипи Джонс. Его корявый почерк я всегда узнаю. Возможно, вы уже слышали это имя, да? История от Миссисипи? Хочу историю от Миссисипи. Конечно, пчелка, я тебе почитаю. Глубоко в недрах этой самой библиотеки, под грудами книг, доступных всем и каждому, скрывается загадочное хранилище, запертое еще с эпохи Древнего Рима. Обнаружили его лишь недавно. Дверь плотно увита побегами, точно защитным коконом. Считается, что в хранилище спрятаны реликвии, оставшиеся со времен пребывания римлян на Юрвике. Ух, в библиотеке есть дверь, установленная в эпоху Древнего Рима. Это место еще старше, чем я думала. Да, милая, Форт Морей постоянно перестраивался, ведь каждое поколение желало воспользоваться его выгодным положением. Что касается наших дальнейших шагов, увы, ничего подсказать не могу. У меня был аккуратно составленный конспект, но сначала вмешалась темная всадница Джессика, а затем Вала и вовсе разбросала записи. Мне нужно посмотреть, что осталось, чего не хватает, и это займет время. Ну, вы можете помочь. Приезжайте, я скажу, что делать. Не знаю, сколько времени понадобится. Точно могу сказать, что недолгие месяцы и годы.
Погоди, это все? Вся история? Но я уже хочу услышать конец, бабуля. Расскажи, как она заканчивается. Как заканчивается? Это хороший вопрос. Дарья, может, ты ответишь? Как ты думаешь? Духов наездница спасут Юрвика, темно все. Именно так, Дарья. Мы не позволим темным всадницам омрачить Юрвик, и Вала не позволим. Как это и процитировала Беатрикс, поодиночке мы сильны, но вместе непобедимы. Мои милые, мы сделаем все в наших силах. К слову, мне пора браться за работу, а вам отдыхать. Уф. Мы не прощаемся, нет, совсем скоро мне понадобится ваша помощь, ведь нам столько нужно изучить. Не уезжайте слишком далеко от библиотеки Форт-Мария. До новых встреч. Путь к Валла закончено. Что? Что-то покажут? Что-то будет? Мне нравится музыка, но она пугает. Нет? Ничего? Все? Ох, ничего не вижу от пыли. Дай-ка протереть глаза и хорошенько вас рассмотреть, мои милые. Все живы-здоровы. Узнай новости. Так, точно, миссис Холдсворт. Узнали что-нибудь новое? О, да, о древних деревнях, которые зовутся хранителями жизни, кое-как расшифровала один древний текст, записанный чьим-то витиеватым почерком. Автор этого труда пишет, что большая часть древних деревьев погрузилась в глубокий сон, но их следует пробудить, чтобы ускорить возрождение Айден. Другим же деревьям повезло меньше, это еще мягко говоря. Корни некоторых деревьев против воли переплелись с щупальцами Гарнака и наполнились их дурной силой. Нередко исцелить такое дерево могут защитники Айден, однако, коль спасти его не удастся, дерево следует сечь. Кроме того, если верить нашему анонимному автору, древние деревья приходят в ярость, почуяв, что люди пытаются их провести. В гневе же эти деревья страшны. Стойте, а сколько этих древних деревьев и зачем кому-то их обманывать? Я давно предполагала, что их куда больше, чем мы себе представляем. Юрвик долгое время находился под защитой древних деревьев, пока их не начали вырубать ради древесины. Чем не обман? В древнем труде также упоминается, что некие ведьмы заключили договор с древними деревьями, чтобы приумножить свою магическую силу. Неизвестно, пошло ли это на пользу самим деревьям, поскольку их энергию черпали как добрые, так и... злые ведьмы с разным исходом. Дарья, ты что об этом скажешь? Так, что я обо всем этом думаю? Мне бы даже в голову не пришло провести дерево. Ну вот, а я так хотела кого-нибудь провести, но хоть разочек, вечно меня лишают развлечений. Итак, теперь мы знаем, что делать. Надо найти все древние деревья и исцелить те, в которые вселилось зло. Клянусь зеленой травой Юрвика, я не позволю срубить еще ни одно... В общем, надеюсь, нам удастся спасти всех хранителей жизни. О, а приключения-то не заканчиваются? Я вернусь к своим изысканиям. Беатрикс, подыщи какую-нибудь хорошую книгу для нашего чаепития, а вы займитесь чем-нибудь приятным. Я вообще сообщу, как только узнаю что-то новое. До свидания, девочки. У деревьев тоже есть чувство. Закончено. А на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующем видео. А еще тут очень классное эхо.